Телеканал ЛРТ участвовал в конкурсе «Телерепортаж с колес» на 21-м открытом фестивале телекомпании «Подмосковье Братина». За один день нужно было найти интересную тему в незнакомом городе. На этот раз этим городом стала Яхрома, и сделать интересный сюжет. Телеканал ЛРТ рассказал участникам и конкурсантам фестиваля о Яхромском шахматном клубе. Давайте посмотрим. Ну вот, ты на мат мне готовишь, а я вот мат. Виктор Аксенов любит играть в шахматы. Можно сказать, это его отдушина. Пенсионер даже организовал клуб по интересам, который существует уже много лет. Последние годы за настольными играми ветераны собирались в Яхромском доме культуры, а теперь им выделили помещение на улице Ленина. Но и в этой бочке меда есть своя ложка дегтя. Финансовый, пусть финальный вопрос, даже и не разговаривает. Все ребята вон, подписали, около 30 человек, чтобы хотя бы немного, эти бы деньги пошли на уборку нашего здания, на ремонт. Помещение принадлежит местной администрации, и все коммунальные платежи платит, естественно, она. Все бы хорошо, но состояние этого места оставляет желать лучшего. Своими силами пенсионеры маломальски привели его в порядок. Но здесь на голом энтузиазме не выйдешь. На нормальное функционирование клуба нужны какие-то деньги. И речь сейчас не о покупке дорогих столов. Начать хотя бы с малого. Если первая половина клуба еще хоть как-то пригодна для нахождения вне пенсионеров, то во второй требуется капитальный ремонт. Здесь царит полная разруха. Но особенно впечатляет туалет, которым вынуждены пользоваться пенсионеры. Он находится в аварийном состоянии. И на просьбы местных ветеранов хоть как-то привести его в нормальный вид, Яхромская администрация никак не реагирует. В разгар съемок, как по мановению волшебной палочки, в клубе неожиданно возник представитель местной администрации с подарками. На удивленные вопросы о том, что он здесь делает, ответил просто. Вы немножко упустили из виду, что у нас же есть шахматный клуб, и у нас отдельно лежат, возможно, им и нужно здесь, они и пригодятся, поэтому мы привезли. А сегодня? Ну просто так случилось, то есть это не связано с вами, мы понятия не имели. Просто да, мы сейчас работаем, освобождаем склад. Хочется верить, что это правда, а пока пенсионеры собирают деньги на очередные турниры. Каждый день, как на работу приходят в клуб, живут этими встречами и не сдаются. Мария Лапчева, Никита Скраган. Специально для фестиваля «Братина». Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.